Итоги 2014 года. Это труд 15 участников фотоклуба «Поиск», как профессиональных, так и начинающих фотографов. На выставке представлены работы самых разных жанров – пейзажи родного города, портреты людей искусства, а также церковных служителей. Мастера не задавались с целью создать тематическую выставку, поэтому затронули целый спектр тем. Есть темы злободневные, конечно, можно касаться тем, которые будут говорить об одиночестве, о старости, или же мы будем говорить о любви, или о любви к природе, или же мы говорим о любви к своему родному городу, показывая то, что у нас там, допустим, спилили дорогие наше сердце деревья, вот, или разрушили наши там здания, которые простояли очень долго, характерные для истории Тирасполя. Денис Гаменюк – молодой участник фотоклуба. Его привлекает репортажный жанр, в котором можно показать все то, что окружает человека. Признается, порой любое, даже самое незначительное событие может стать материалом для работы фотографа. Нас окружает столько прекрасного, и наоборот, что мы это видим каждый день. И бывает, выйдя просто за буханкой хлебушка или прогуливаясь с ребенком, видишь какое-то необычное событие, которое было неплохо заснять. Поэтому в последнее время чаще всего беру камеру. Многим кажется, что фотографировать это очень легко. Достаточно нажать спусковой затвор, и все, фотография готова. Но на самом деле это не так. Должны соединиться сердце, разум, мысли. И настоящий профессионал именно ищет ту секунду, благодаря этой секунде она является для фотографа моментом созидания. Дарья – начинающий фотограф, но уже сейчас для нее это не просто хобби, а любимое дело. На выставке приобретает опыт, черпает вдохновение и мечтает, что когда-то и ее работами будут восхищаться зрители. Если ты подходишь к фотографии, и у тебя замирает сердце, это трогает все твое нутро, что-то изнутри поднимается, и ты смотришь и понимаешь, что в ближайшие 5 минут от этой работы не отойдешь просто потому, что хочешь запомнить ее во всех деталях, вот эта работа шедевр. А та работа, мимо которой ты проходишь, она не трогает тебя никак. Пусть по композиции она была бы самой лучшей, но она никакая. Просто потому, что она сделана бесполезно, она человека не трогает. Целый год фотоклуб «Поиск» не выставлял новых работ. Эта выставка подводит итоги прошлого года и открывает новые возможности для вдохновения.